В Омске затопило высаженные кустарники. 26 апреля на улице Лермонтова возле музыкального театра прорвало трубу. В этот же день на участке появились саженцы растений. Вода затопила все. Телеканал Омск ТВ обратился за комментарием в водоканал. Выяснилось, произошедшее не в зоне их ответственности. Мы послали запрос в мэрию. Наблюдается незначительное повреждение на сетях холодного водоснабжения. По словам специалистов ресурсоснабжающей организации, сегодня приступят к его устранению. Работы пройдут за границей высадки. Кустарники не пострадают.